я был на Уральском форуме, когда его еще как такового даже не было. На первой конференции, когда было принято решение, собственно говоря, проводить Уральский форум. Я постоянно выступаю на Уральском форуме, и вы знаете, Уральский форум у меня ассоциируется в первую очередь с очень важными процессами в банковской сфере. На Уральском форуме выдвигались и обкатывались идеи, которые через несколько лет проводились в нашу жизнь. Это и стандарты Банка России, это идеи ГОСТ, который сейчас принят. Результат обсуждения в той или иной мере скажутся на жизни банковского сообщества, пусть не через год, но через 2-3, а то и 4 года точно. Именно те передовые идеи, которые будут двигателем информационной банковской безопасности в будущем. Коллеги, мы обращаемся ко всей отрасли. Ждем вас на Урале. До встречи в феврале.